Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днем». С вами Виолетта Ефименко. 8 июля в России отмечается прекрасный праздник – День семьи, любви и верности. В этом году на официальном уровне его празднуют в 12-й раз. В этот день традиционно проходят развлекательные мероприятия. Семейных пар награждают памятной медалью «За любовь и верность» и орденом «Родительская слава». Символом дня принято считать ромашку, белые лепестки которой символизируют чистоту и преданность. А что нового произошло в регионе, расскажем прямо сейчас. Мы сегодня установили 35 скамеек. Сквер в 4-м микрорайоне стал еще комфортнее. В парковой зоне появились именные скамейки. Сегодня мы поздравляем нашего глубоко уважаемого ветерана Великой Отечественной войны Куликова Василия Кирилловича. Свой 95-й юбилей отметил житель Десногорска, ветеран Великой Отечественной войны. Очередное ДТП с участием велосипедиста произошло в деревне Маньково Красненского района, где под колеса легкового автомобиля попал 11-летний мальчик. За последнее время в области дорожных происшествий с участием велосипедистов увеличилось. Связано это с тем, что в областном центре есть всего два официально разрешенных маршрута для экотранспорта. Риадовский парк и выделенная полоса на Октябрьской революции. Как утверждают сами смоляне, этого для велосипедистов недостаточно. Чтобы добраться от размеченного участка на улице Октябрьской революции до Риадовского парка, велосипедистам приходится изрядно постараться. Двухколесники либо маневрируют между людьми на оживленных тротуарах, либо, проезжая по дороге, попадают в аварии с автомобилями. Эксперт по благоустройству городской среды Алексей Антонов сам заядлый велосипедист, поэтому на основании мобильного предложения он создал карту маршрутов, где чаще всего катаются смоляне. И именно по ним он предлагает проложить велосипедные дорожки, что заметно повысит безопасность на дорогах. 3 июля в Десногорске в районе территории церкви Стефана, епископа Великопермского и РОДЦ при организации и участии Совета руководителей, а также финансовой поддержки городских предприятий были установлены новые парковые скамейки. Сделать свой город комфортным, уютным и зеленым – желание каждого жителя Десногорска. Шаг за шагом любимый город становится чище, лучше, представительнее. Не секрет, что Десногорск уже давно привлекает своим радушием туристов, которые по достоинству оценили и полюбили не только Десногорское водохранилище и пышные зеленые аллеи, но и привлекательность города в целом. Успешно завершается начатое в том году облагораживание сквера в 4-м микрорайоне. Выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, посадка травы, деревьев. Также на сегодня установлены именные лавочки. Установить именные лавочки решили на совете руководителей предприятий города Десногорск. И в настоящее время от каждой организации, входящей в состав совета, лавочки уже изготовлены и установлены. Лавочки со спинками в кованой оправе изготовлены и обработаны специальным составом для долговечности и комфорта. Это прежде всего для пожилого человека новое, очень аккуратное, приятные и, так, знаете, как бы удобные. Хорошие лавочки, молодцы. И несмотря на то, что большая часть работ по благоустройству сквера выполнена, реорганизация в 4-м микрорайоне продолжается. Но в этом году, я уверен, максимум полтора месяца здесь будут установлены освещение. Далее. У нас остается вот этот скверик, это посадить осенью деревья. И автоматом мы переходим к детским площадкам. Там будет ковровое покрытие, там будут новые горки, новые снаряды. Разумеется, жители и гости города по достоинству оценили большие перемены. Прекрасный парк сделали, место для отдыха с детьми. Теперь скамейки из дерева и металла, на которых выполнена резьба с названиями десногорских организаций, не только украшают город и являются прекрасным местом для отдыха, но и станут еще одной городской достопримечательностью. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. В администрации региона состоялось первое заседание Общественной палаты Смоленской области в новом составе. Эта организация была создана по инициативе Владимира Путина для содействия развитию институтов гражданского общества и надзора за деятельностью органов исполнительной власти, местного самоуправления. Основная задача Общественной палаты – поддержка инициатив населения. Председателем на этот раз был избран предприниматель региона Игорь Титов. Его заместителем стала Валентина Ануфренкова, председатель областного правительства.
профсоюза работников здравоохранения. Как отметил губернатор области Алексей Островский, в состав палаты вошли те, чьи профессиональные качества и принципиальность не вызывают сомнения. В настоящее время этот общественный институт является эффективным инструментом взаимодействия власти и общества и решает разнообразные вопросы социально-экономической и политической жизни региона. 5 июля ветерану Великой Отечественной войны Василию Куликову исполнилось 95 лет. Поздравить почетного жителя Десногорска пришли представители общественных организаций и глава города Андрей Шубин. Подробности в сюжете. На сегодняшний день ветеранов становится все меньше, и статус ветерана Великой Отечественной войны с каждым годом становится все более значимым. Каждый год мы недосчитываемся наших героев, и этого никак не изменить. Тем, когда-то молодым солдатам, сейчас уже более 90 лет. В этом доме живет ветеран Великой Отечественной войны Куликов Василий Кириллович. Сегодня, 5 июля, ему исполнилось ровно 95 лет. С этим значимым событием его пришли поздравить почетные гости. Представители администрации, соцзащиты, комитета солдатских матерей, ветеранской организации города, близкие друзья и родные юбиляра с самого утра поздравляли именинника и дарили ему памятные подарки. Это достойный, солидный возраст. И мы совместно с отделом соцзащиты, военкоматом, с нашей молодежью и с нашими ветеранами пришли поздравить нашего глубоко уважаемого ветерана. Пожелать ему здоровья, крепости духа, хотя вот 95 лет это уже говорит о многом. Гостеприимный хозяин дома Василий Куликов в выглаженной рубашке и с огоньком в глазах встретил дорогих гостей. Возле дивана по-домашнему накрытый стол и повсюду запах свежей выпечки. Его дочь Валентина специально к празднику напекла сладких булочек и пирожков. Выразив искреннюю благодарность за участие главе Десногорска и всем гостям, она пригласила к столу. Спасибо вам за вот такую поддержку, за ваше внимание. Это нам хватит надолго. Во-первых, будет большой расспрос. Какие слова были сказаны, потому что мы не дослышим, и у нас со зрением тоже туго, мы что-то недовидим. Я говорю, хватит таких эмоций на очень-очень долго. После утреннего чаепития и просмотра семейных фотографий, зарядившись мощной энергетикой хозяев, гости поспешили на свои рабочие места. А Василий Кириллович о чем-то задумался. Наверное, что-то вспомнил. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Жители города Богородицка в Смоленской области уже на протяжении нескольких месяцев переживают за свое домашнее хозяйство. Каждую ночь они опасаются за своих кур и коз. С наступлением темноты на их участке забирается неизвестное животное и убивает домашнюю живность. Ужасающие кадры расправы над курами демонстрируют местные жители. Только на одном участке дикий зверь убил 16 кур. На них были обнаружены следы укусов. После кур неизвестное животное стало нападать на коз. Оно уже уничтожило 7 коз и одну утащило с собой. По мнению экспертов, есть несколько видов диких зверей, которые могли совершить подобные нападения. Например, черный хорек. Если он заберется в курятник, то сначала задушит всех птиц, а уж потом полакомится только одной. Защищать свое хозяйство, пока идет расследование, жителям поселка придется самостоятельно, установив крепкие двери и заборы. Внутренний и внешний туризм на Смоленщине набирает обороты. Смоленск уже несколько лет входит в топ-5 самых недорогих и популярных направлений России для туристов из других регионов страны. Смоленская область является популярной у иностранных туристов. Это подтвердили исследования картографического сервиса, которое опубликовало итоги. Согласно этим данным, регион занимает 8-ю позицию из 20 возможных, и с каждым годом отмечается тенденция роста. А по данным областного туристско-информационного центра информации крупнейших туроператоров, весной регион посетило больше всего туристов из Польши и Эстонии. Большие группы из Франции, путешественники из Германии, Австрии, Бельгии, Китая и Америки. А с начала лета добавились и группы из Вьетнама.
Смоленские каратисты, которые представляли Россию и Смоленщину на молодежном чемпионате Европы по карате в Словакии, привезли домой заслуженные медали. 8 смоленских каратистов выступили в составе сборной России. Соревнования проходили на арене, на которой недавно закончился чемпионат мира по хоккею. И это очень масштабное спортивное сооружение, на котором одновременно лежит 12 татами. Домой смоленские спортсмены смогли привезти 8 медалей, включая одну золотую в командном зачете и одну бронзовую в личном первенстве. Сейчас каратистов ждет беседа с тренером и так называемый разбор полетов. Им предстоит долгая работа над своими победами и промахами. И после небольшой передышки уже в сентябре смоленские спортсмены отправятся на юношеские игры в Анапу. И коротко о погоде. 9 июля в Десногорске переменная облачность, небольшой дождь. Температура днем до плюс 17 градусов тепла, ночью плюс 12. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desna-tv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей.